В Волгограде прошел городской праздник, посвященный Дню защиты детей. В программе игры, песни и танцы для мальчишек и девчонок, а для взрослых возможность поставить свою подпись за запрет абортов. Праздник прошел на верхней террасе центральной набережной. Его организаторами стали активисты общественного движения в защиту жизни и семейных ценностей «За жизнь», Дворец культуры «Патриот» и Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Хотелось бы, конечно, в первую очередь собрать побольше подписей за запрет абортов в России. Во-вторых, конечно, увидеть счастливые лица детей, потому что этот праздник мы делаем для них. И достучаться до сердец людей, чтобы они поняли, что дети – это счастье, и что нерожденных детей тоже нужно защищать, их права. Дети – это не только трудности, но и радости, напомнили организаторы. Глядя на счастливых ребятишек, которые пели, танцевали, играли, рисовали, восхищались шоу «Мыльных пузырей», прохожие задумывались о том, что и их семья может быть больше, и детский смех может наполнить их дом. Всего на мероприятии присутствовало более 300 человек. Атмосфера праздника была очень дружелюбной. Зрители с удовольствием смотрели концерт, включались в игры, фотографировались с хэштегом «Лепта за жизнь», а все дети, победившие и участвующие в конкурсах, получили подарки.